Нет, ну логично, что не в лапу засунуть. I wanna fuck on my table, you better not fuck on the table. Мне не нравятся гомофобы, возможно ли пропердеть дырку в трусах? Ну, если сильно пердеть, то конечно. Боты допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Его стоимость будет вычтена из их зарплаты. А, он меня за стеной уже пристрелил. Ну, попасть я, по крайней мере, попал. Должен был попасть, а урон — это уже другая тема. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, наши полномочия здесь все. Тут чуваки ходили, я так понимаю, за лутом. Или они вместе, или что, не знаю. Сок Вита. Можно выпить будет. Нет, ну логично, что не в лупу засунуть. В принципе, логично. Кусок пистолета. What the fuck? А, да ладно, как я его не попал? Их двое было, твою мать, да обложили твари. Как я не попал по последнему? Я его прям обвел, что ли, прицелом? Какой ужас. Так много вопросов и так мало ответов. You better not fuck on the table. I wanna fuck on my table. You better not fuck on the table. Вот там мы прошли, вы там выбрал то, там выбрал то, самое то, бросили и все. А ты куда сделай? Блин, простите, вспомнил мем. Типа из-за акцента непонятно, что он говорит. И он говорит, что ему нужна вилка на столе. Она говорит, вам бы лучше не заниматься этим на столе. Со своей спутницей. То, что вы увидели, называется мем. И у меня во многих даже... Опачки. Нахрен иди, дай посрать нормально! Мне не нравятся... гомофобы... Возможно ли пропердеть дырку в трусах? Ну, если сильно пердеть, то конечно. Откуда ты знаешь? Там алтын. А я думал, сова. Да? Я снова гранаты не взял, а мне хана. А, нет, не хана. Я забыл, кстати, звезду заюзать перед смертью. Фу, перед смертью. Перед боем. Перед смертью. Зря он подошел, так и гранатами меня не закидал. Он жив. Да ладно, да как? Это печально. Да как я его не убил? Да вы шутите? Что с этой сайгой не так? Что с дробью? Он голый! Везде стрельба, он говорит. А что делать? Я не парюсь, даже если погибну. Ну, еще раз схожу. А что я сделаю? Ну и все. Если я замечу противника, раньше услышу, то здорово, повоюем. Ну, как, воевать я очень плохо умею, поэтому. Не то чтобы я на что-то сильно надеялся. Почему разгрузки не берешь? А это что? А я думал, сова. Просто нереально. 4 кровотечения. Я ж тебя замочу, сука. Сраный челобот. Нечем. 4 хп. Все, я труп. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. А, хватит пугать.
Вы издеваетесь просто надо мной. Еще и да-да, такой смешной, конечно, да. Кстати, блин, вот я реально испугался больше всего именно вот этого, еще до вот этих завываний от донатилки. Но вообще вам удалось. Вы испугали деда. Пойду поем консервов, захотел. А, БПшку захочется съесть после такого, согласен. Я бы усомнился покупать хавку мусорного барона. Да ладно! Самое нормальное, тем более консервы. Все по ГОСТам, все по срокам годности проходит. Откуда такое недоверие? Когда это я подводил поставщиков? Все вовремя тягаю. Еще никто не проблевался. Никогда того рот ебал. Еще никто не жаловался, так как никто не выжил, да? Боты допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Его стоимость будет вычтена из их зарплаты. Ты что, с ума сошел? Мне это не нравится. Так, одну секунду. Алло. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Алло. Ты куда звонишь? За убийство диких дикими карма работает? Ничего себе. Опа! Тарков минусанулся. Что? Опять? Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Салива на первом месте. Но это не точно. Жив. Урод. Убрать меня хотел. А сам сдохнешь. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Умник. В смысле патронов нет? Видишь патроны? Нет. И я не вижу. А они есть. Да как? Осечка! Какая нахрен осечка? Никогда в жизни не было осечек, и вот первый раз в жизни осечка. Когда такого не было, и вот опять. А-а-а, какая тупость. Я ни хрена опыта не получил за этот рейд. Дерьмо собачье, а не РПК. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Хрена. Посмотрите, что это. Это же сухое горючее. А как взять-то? Дайте! А вот хуй тебе, Ива, иди работай. Да как? Да как? Да как? Ёбаный в рот, да как так-то, а? Я просто поплохну.
Да прекращай ты перезаряжаться, твою мать. Ладно, увидимся всем. Спасибо за присутствие на трансляции. Идите видео посмотреть, что ли. И всем пока. Азимут, хорошая разгрузка.